встрече Нового года уже практически все готово. Украшена елка, убрана квартира. Но хозяйкам всегда чего-то не хватает. И сегодня мы вместе с Кристиной Кудашовой и Ариной приготовим замечательное украшение для новогоднего стола. Что же это будет, Кристин? Мы будем сегодня готовить салат, который называется «Елка». Для приготовления салата «Елка» нам понадобится 4 маринованных огурчика, 1 гранат, 1 куриная грудка, 2 вареных яйца, 100 граммов копченой колбасы, 50 граммов грецких орехов, 1 зеленое яблоко, 1 красный болгарский перец, 2 пучка укропа и майонез. Чтобы наш процесс был самым занимательным, сегодня мы с Ариной будем украшать и готовить вместе эту елочку. Ну, чтобы ты не стояла на месте, очищай яйца. Куриную грудку нарезаем соломкой. Добавляем порезанные кубиками огурчики. Теперь Ариша у нас порезала яйца. Их нужно будет тоже выложить в миску. Дорезай яички. Посмотрим, как у тебя это получается. Тяжело? Нет. Соломки из колбасы прибавляем нарезанное кубиками яблоко. Пока мы обрываем наши веточки еловые, Кристина режет чуть поджаренный грецкий орех. Для чего, Кристина, нужен? Почему мы его жарим? Ну, чтобы вкус был оригинальным, более пикантным. Смешиваем все подготовленные ингредиенты. Заправляем получившийся салат майонезом и выкладываем на тарелку высокой горкой. Придаем горке форму елки. Для того, чтобы сходство было более полным, украсим елочку свежим укропом. Звезду для елки вырезаем из красного перца или вареной моркови и закрепляем на зубочистку. Очищаем ядрышки граната от кожуры. Между веточек укропа закрепляем гранатовые ядрышки. Они будут играть роль новогодних шаров или же просто украсьте ими краешек блюда. Если в вашем доме не будет настоящей елки, то эта съедобная пушистая красавица украсит ваш новогодний стол. Ну а мы желаем в новом году счастья и чудес. Здоровья и всех вас с Новым годом!